Грозу в начале мая услышали и белорусы. Первый день месяца оказался контрастным по погоде. В то время как на юге и в центре страны царил летний зной, запад Белоруссии засыпало градом. Спасаться от ледяного дождя диаметром в 3 сантиметра пришлось жителям Волковысской окрестности. В Барановичах стихия началась с ливня, бушевала несколько минут. В результате поломанные деревья и побитые автомобили. А в Минске побитым, к счастью, оказался только температурный рекорд 40-летней давности. Воздух прогрелся до плюс 27. Еще жарче было в Могилеве и, как неудивительно, в самом северном областном центре Витебске. Погода продолжит радовать белорусов теплом и сегодня.